Депутаты окружного совета поздравили коллектив Одинцовской гимназии номер 4 с Днем знаний и 30-летием образовательного учреждения. Они пожелали ученикам успехов и новых достижений. Руководитель партийной фракции в Совете депутатов Вячеслав Киреев отметил, что гимназия отлично подготовлена к началу учебного года. Занятия будут проходить в прекрасных светлых классах, территория благоустроена, а штат укомплектован квалифицированными специалистами.